Сегодня в Национальной библиотеке открылся зал национальных культур. Главная его цель – воспитание толерантности, уважения к культуре и традициям разных народов. Зал должен стать местом организации выставок, встреч для представителей различных национально-культурных объединений. По данным последней переписи населения, в Чувашии проживают представители 128 национальностей, 8 этнических групп и 14 конфессий. Их объединяет многое – социальные, общественные, бытовые и культурные интересы. Не случайно зал национальных культур создается в самой крупной библиотеке республики, где сосредоточено огромное множество информации, где используются самые современные возможности ее распространения. Открытие зала национальных культур – серьезная основа для диалога культур разных народов, живущих в республике. Библиотека поможет в организации и проведении конференций, семинаров, направленных на развитие толерантного отношения к разным национальностям и народностям, окажет содействие в работе по адаптации мигрантов. Ежемесячно у нас будут какие-то совместные мероприятия, посвященные культурам разных народов – белорусской, чеченской, грузинской, армянской и так далее, и так далее. Вот так вот, ну, все зависит и от национальных культурных центров. В тот день, когда они захотят здесь провести, наш зал будет открыт всегда для них.